Завтра, 25 марта, свой профессиональный праздник отмечают деятели культуры и искусства. Директоров художественных, руководителей театров и творческих коллективов, союзов и школ дополнительного образования из разных уголков Чувашии сегодня чествовали в Алаторском дворце культуры. Испокон веков люди стремятся к прекрасному, но стать человеком искусства дано не каждому. Тонкое чувствование мира, чуткое отношение к людям и безграничное восхищение жизнью – это те качества, которые присущи работникам культуры и искусства. Со всей семьей мы в этой сфере и работаем. У меня супруга тоже работник культуры, и дети пошли по стопам нашим родителей, работают в сфере культуры. Ну и быть работником культуры, то есть быть слугой нашего народа. Именно благодаря работникам культуры в обществе сохраняются обычаи, создаются новые традиции, проводятся мероприятия, которые оставляют след в душе каждого. Я уже больше 40 лет уже работаю в этой сфере. И надо понимать людей, свою работу, и любить нас свою работу, и тогда все получится. День работника культуры лучшие сотрудники были отмечены ведомственными наградами. Татьяна Филатова, Республика.